Всем привет, ребят! С вами я, Racing Channel, и у нас сегодня будет такая небольшая битва между этими колонками, между JBL R8 Plus и между JBL K5 Plus. А также, ребятки, я тут одну штуку сделал, блин, как вот в JBL-ках в оригинале, ну, JBL Connect Plus. Значит, удивление мое было, что вот эта колонка и вот эта колонка не соединились вместе. Ну, как у оригинала. Ну что ж, давайте-ка мы проведем бас-тест, у кого лучше, у кого хуже. В общем, ребятки, вы там сами решите, что будет круче. Значит, все, погнали. Ребятки, вы посмотрели, как здесь это пассивники двигаются, блин, вам решать, какая из этих колонок лучше. И еще тут у меня улыбка немного до ушей прет, блин, то что зачем покупать оригинал, когда можно купить либо эту, либо эту, либо две одинаковые, блин, это соединить, у вас будет, блин, ну, 18, то есть 16 плюс 16 ватт, блин. И все, и погнал, блин. Ну, правда, конечно, с такими колонками не потаскаешься, блин. Но зато коннект работает. Как у оригинала Connect Plus. Сейчас еще включу, ребятки. Вот вместе их поставлю. Так. Давайте-ка еще раз. Ну его посмотрим. On the beat, 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 on the be
Вот еще раз, ребятки, вы убедились в том, что тут Connect работает стабильно. И увидели, как тут эти пассивные мембраны двигаются туда, ну, туда-сюда. Ну, в общем, вот такой сегодня был тест, блин. Какая из них лучше, вам решать. Все, ребят. Если вам такой ролик понравился, ставьте лайк. Желаю всем крепкого здоровья и всего самого лучшего. Всем пока, ребят.